Добрый день. Сегодня я расскажу о вот такой интересной головоломке компании Dayan. Называется «Колеса мудрости» или «Wheels of Wisdom». По факту это кубик 3x3 с дополнительными элементами. Выпущен уже очень давно, и бытует мнение, что этот куб очень сложный и практически не крутится. Коробочка, очевидно, не оригинальная. Родная где-то лежит, я ее искать не стал. Владею уже давно. Поэтому для хранения переложил в такой пластиковый бокс. Это серия MS от компании Qi. Была когда-то, вот такие хорошие боксы поставила, куда помещаются крупные кубики. Существует три версии. Это цветной пластик, черный пластик и белый. Ну, в белом, наверное, уже не купить, а цветной и черный вполне доступен. Разница в том, что у цветного пластика ребра тоже цветные, а у черного пластика они черные, и, соответственно, их собирать не нужно. Ну, у белого пластика они, соответственно, были белыми. Здесь же это более полноценная головоломка. Из-за того, что детальки очень мелкие, цветной пластик, конечно, поудобнее, так как наклейки отлетать не будут. Как вращается? Ну, вращается как 3x3. И вращаются вот эти вот круги внешние, не так хорошо, как грани 3x3. Но вращаются. И здесь можно заметить, что очень много разрезов. То есть можно поворачивать не только на 90 градусов, но и на 45. И вращение продолжается. Есть подобная головоломка от Moyo. В такой же коробочке у меня хранится. Серия Time Wheel. Та самая простая. И у них действительно есть сходство. В основе 3x3. И вращаются какие-то центральные элементы. Но здесь мы видим, вот этих дополнительных элементов гораздо меньше, собираются они намного легче. Ну давайте по порядку. Эта головоломка не вращается. Ну, я буду ее вращать. Да, нужно вращать аккуратно, так как что-то цепляется, но вращать можно. Потихоньку перемешиваем. Это я пока перемешал только как 3x3, но будем вращать еще и круги. Несколько движений как 3x3, на несколько градусов, ну, на четверть оборота, либо на 1/8 оборота смещаем каждый круг. И можем дальше как 3x3 еще вращать. Поначалу, да, действительно, куб вращается посредственно. И вот чтобы появилось вращение, похожее на то, что у меня, нужно делать хотя бы несколько аккуратных сборок. Не помню, что сильно много бы собирал эту головоломку, но несколько сборок сделал точно. Вот так примерно перемешивается. Можно заметить, что перемешано плохо, так как вот зеленый квадрат цел, центральный, а можно каждый уголок от него отделить. Поэтому я его сейчас поверну на 1/8 оборота, вот эти все уголки от него отрежу. Ну, и уже стало интересней. То же самое сделаем с белым. Красный хороший. Ну, у синего можно убавить. Ну, в принципе, уже более-менее все перемешано. Перемешивается быстро. Главное, ну, поворачивать вот эти внешние круги. Ну, видим, собранный элемент. Его можно тоже разбить. В принципе, несложно. Ну да, нужно быть внимательным, чтобы ничего не сломалось, так как заедать все-таки будет. Особенно поначалу. Как видим, Wheels of Wisdom все-таки вращаются. Мудрые все же колеса. Ну а теперь, как же его собрать? Ну, для начала собрать как 3x3. Мы видим, вот они уголки, внутри ребра цветные, центр общий для внутреннего кубика и внешних граней. Поэтому можем сначала собрать белый крест. Кстати, стоит эта головоломка сейчас в российских магазинах более 4000, поэтому удовольствие не самое дешевое.
но несложная коллекционная вещь, многим, наверное, понравится. Ставим бело-зеленое ребро, ищем бело-синее, бело-красное вот здесь вот внутри, не знаю, видно ли на камеру, но там есть, красное на месте, и ищем еще оранжевое, оно здесь. Все как в обычном 3x3. Крест готов, хоть его и не видно. Собираем первые два слоя. Для этого находим какой-нибудь уголок. Вот бело-сине-красный. Сине-красное ребро здесь рядом. Собираем пару. Вот у нас бело-сине-красная пара. И отправляем на свое место. Вот сюда. Можно, конечно, полимент наставить. Это несущественно. То есть этап 3x3 можно собирать любым способом. У нас что-то есть. Смотрим дальше. Синий-оранжевый угол. Синий-оранжевое ребро. Объединяем пару. Ну, на скорость, наверное, все-таки сразу собирать колеса мудрости не стоит. Но я когда-нибудь попробую. Быть может, не сейчас, при подготовке к обучающим видео буду делать много сборок обязательно. Так, дальше бело-зелено-красный, зелено-оранжевое ребро и вот зелено-красное ребро. Собираем пару. Так, вот готово. И осталась еще зелено-оранжевая пара. Так, первые два слоя готовы, ну, без учета этих внешних элементов. А дальше собираем верхний крест. Да, здесь лучше поэтапно. Одно ребро, второе ребро. Ну, соберем сначала галку через обратный пиф-паф. Так, получился крест. Крест, а это у нас получились глаза. Ну, можем их через две рыбки решить. Либо любым другим способом. Правильно происходит-то? Ну, вроде правильно. Делаю аккуратно, чтобы не ошибиться, так как фингертриксы здесь все-таки не очень помогают. Итого у нас желтая грань собрана. Расставляем по местам ребра и углы. Тут оранжевое ребро, тут зеленое, синее, красное. Зелено-оранжевое стоят в нужном порядке. Расставим поэтапно ребра. Я сделаю семерку. Сейчас должны ребра встать. Да, наверное, плохо видно. Ну и расставляем уголки. Один на месте. Делаем оперм. И вот. Этап 3x3 готов. Ну а дальше все уже только интуитивно. То есть все алгоритмы нужны только из 3x3. Дальше сборка без каких-либо алгоритмов. Но если вы умеете собирать 5x5, то это поможет. Это вообще одна из моих первых головоломок. В далеком 2015 году я ее приобрел, ну может в 16-м. Ну в самом начале своей карьеры. Несколько раз собрал без особых навыков. Ну и положил на полочку. Так время от времени собираю. Для начала я соберу квадратик. Центральный. Здесь можно сделать, конечно, восьмиугольник. Не восьмиугольник, а восьмиугольник он сейчас есть, а к нему можно еще 8 треугольничков их поставить. Но я поставлю 4, чтобы получился квадрат. Вот один элемент на месте. Хотя я, наверное, вот эту конструкцию сохраню. И заменю вот этот треугольничек каким-нибудь свободным. Вот этим. Поднимаем. Поднимаем.
расходим в сторону, возвращаем. Возвращать приходится, чтобы не нарушить собранный этап 3 на 3. А дальше. Нужно сюда поставить. Вот есть еще один белый треугольник. Ставим как-нибудь вот так. Вот на это место ставим еще один треугольничек. Отводим в сторону. Обратно. Чем удобно здесь? Можно поворачивать не на 90 градусов грань, чтобы сделать возвратное движение, а всего лишь на 45. В условиях того, что вот эти колеса вращаются, ну, не очень быстро, это удобно. Так, два квадратика есть, нужно еще два. Я вот эту собранную конструкцию отведу в сторону, чтобы ее потом целиком поставить и не сломать. И сюда поставлю еще что-нибудь. Кстати, я специально сделал сборку перед записью видео, да, и вспомнил некоторые приемчики, которые я использовал. Ставим уголок сюда, на это место. Вот, может так вот лакапить. Нужно восстановить. Ставим сюда белый, а забираем оранжевый. Чтобы вот сюда оранжевый вернулся, и уже на следующей грани был прогресс. Так, три уголка есть. Не нужно еще. Вот на это место. Я, когда кручу колесо, сжимаю его, чтобы оно было стабильнее. Вот этот белый поставлю сюда и заберу зеленый. Белый. Поворачиваем, забираем зеленый. Здесь вот уже два треугольника на местах. И вот квадратик готов. И к квадратику, к этому, нужно вот такие вот элементы подставлять. Опять ставлю на пустое место, забираю вот эти вот свободные элементы. Так. Вот это вот забираю. И нужно вот такие вот четырехштучные комбинации собирать где-нибудь на стороне и ставить на нужную грань. Одна у нас собралась сама. Сейчас сделаем с нуля что-нибудь подобное. Для этого нам потребуется один треугольник. Его нужно объединить с такой деталькой. Мы видим, что здесь вот такая, они симметричные, их таких еще по 4 раза. Один треугольничек и вот такие вот уголки, которые вот эти вот три одинаковые. Ну, их тут еще несколько на грани. Возьмем вот этот беленький и объединим его вот с этой комбинацией. Для этого поставим вот так. Совместим, отведем в сторону, и пусть на этой грани они пока полежат. Вот этот уголок был пока не обязателен, но есть хорошо. Дальше нужно вот такой и вот такой. И уголок должен быть слева. Вот этот треугольный полукруглый элемент буду называть уголком, так как на углах он стоит. Находим вот такой белый, и слева от него должен быть уголок. Но для этого только справа уголок, значит, нужен нам зеркальный. Вот этот, вот сюда нужен уголок. Неважно, на какой грани собирать. Надо проще в другую сторону провернуть. Это я поставлю вот сюда. Раз. Идем в сторону. Обратно. Теперь композиции объединим. Так, а я не к тому поставил, надо было вот к этому. Поменяю. Отведу, верну, соединю. Вот у нас получилась вот эта конструкция. Соединяем вот так. Получается вот удобная штука. И главное, возвращаем этап 3 на 3, чтобы кубик не разрушился. Теперь вот это ставим сюда. Так. Устанавливаем. Возвращаем. И вот у нас уже часть белого круга готова. Ну, давайте белый дособерем, остальные будут аналогично. Так, для начала
маленький треугольничек к любому элементу подставим. Вот у нас есть такой. Причем нужно треугольник ставить так, чтобы он был у центра. То есть на центральной грани оставался центральный слой. И вот сюда уже подставлять белые. Так. Соединяем. Возвращаем. Теперь к нему нужен вот такой и уголок, чтобы был справа. Чтобы уголок был справа, нам подойдет вот этот элемент. Ищем уголок свободный. Соединили. Ну и поближе их подведем друг к другу, чтобы тут их где-то объединять. Так, что получается? Вот это с этим нужно подружить. Я могу поставить вот так. Отвести в сторону. Повернуть вот так. И соединить. И получилось вот как бы уз креста. Ну, к нему желательно уголок. Уголок вот здесь есть. Значит, поставим в удобное положение. Ну, как в 5 на 5. Подводим сюда. Захватываем. Еще чуть-чуть. И возвращаем. Так, не с той стороны. Надо поправить. Вот так. Ну, осталось 3. Ну, то есть 2 уголка и 1 уз. Вот у нас здесь элементик. К нему. Сейчас добавим еще один. Так. Получилось. Сюда вот нужно еще 2. И пока уголок лишний. Значит, здесь должен быть уголок справа. Уголок справа. Вот нужный элемент. Так. Вот так. Соединяем. Поближе их сюда. В одну кучу. Так, теперь вот эти 2 нужно поставить вот сюда. Да, не с той стороны. Не с той стороны. Тут я ошибся. Сейчас быстро починим. Уголок отведем на соседнюю грань. И вот с этой стороны его поставим. Так. Ну и теперь объединяем. Нужно вот сюда поставить вот эту конструкцию. Разведем на соседней грани. Главное не забыть потом вернуть. Так. Его тоже получается красиво. Тут готово, ну не хватает уголка, а он где? Он здесь. Ставим, отводим в сторону, возвращаем. Ну и теперь, чтобы на это место поставить вот эту комбинацию, поднимаем, разворачиваем, возвращаем. Остальные 5 граней собираются аналогично. То есть вот такой вот полностью интуитивный процесс. Ну, мне нравится вот в таком порядке собирать эти дополнительные элементы. Ну и кубик 3 на 3. В общем, если вы боялись это собирать, то бояться не стоит. Вращение не очень только поначалу, позже оно станет гораздо лучше. Интересная головка от Dayan. Несложная, но, конечно, дороговато. Ну, зато есть в цветном пластике и не надо мучиться с наклейками. Хотя кто-то утверждает, что наклейки настолько крепкие, что не отлетают. Но когда я вижу такие вот маленькие детальки, я в подобное верю слабо. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.